Всем здорово. Продолжаем. Гидрика ищем. Где-то он тут. Блин, уже ночь наступила, а? Посмотри-ка, блядь, ключ какой-то, ага. Хоба. Как тут, блядь, присесть, блядь, забываю все, а? А вот все. Так, кто свои? Вроде свои. Как я приседал? Глядите, Эйвор идет! Мы с тобой, да, Эйвор! Да. Стены этого замка нас не остановят! Проследи, чтобы мастеров хватило. Где ключ? По 20 на человека! Бля, как обычно, а? Этих сюда, в боевом порядке! Дайте ключ. Нихера ж не видно, темень, а? Тут лежит ключ. От чего только? ХЗ. Заебись, блядь. Через верх. Сейчас откроем. Ты, блядь, чисто хожу. И ничего не собираю. Спустись, а, братик. Ну чё ты, блядь? Вот это вот, как, блядь, наконец-то. Хоба. На, ключ. От чего ключ? От первого сундука, блядь. Ага, вылазить так же, да? Блядь, где-то еще один ключ. Давай, вылези ты уже. Не понял я. Блядь, ну где-то ж показывала мне ключ. Неизвестно где, да? Встань ты. А вот он, там ключ. Ну охренеть. Боже, подожди, сейчас. Да не кипишу, сейчас все, блядь, сделаем. Дядь, ты чего? Угомонись. Ключ я взял. Бля, ну опять где-то внизу, вот где? Уебался. Так, тут чё, крапива? Блядь, ну как туда попасть? Вот эти загадки, блядь. Каким образом я должен туда зайти? Кто-нибудь мне подскажет? Нихрена тут непонятно. Так, я понимаю, что ключ без понту. Второй я взял так. Вот где этот залаз? О, может быть тут? На туре. Вот это да. Освети мне, блядь, путь. Вау! Думаю, что это за бред? Наконец-то добыча, а? Все? Нет, что-то там еще показалось где-то. Прочитать. А, ну тут 400 метров. Короче, ладно, надо выгребать отсюда. Вот. Ой, это что за хрень? А, типа выйти можно или нельзя? Так, ну ладно. Выход где?
Пойдем, потащим. Хоть что-то я нашел, а? Посмотри. Гедрик. Давай, Гедрик. Ты нанес Идвин пару ударов? Да. Скоро она почувствует боль. Прекрасно. Мои люди жаждут идти на приступ немедленно. Но это глупость. Почему? Много ловушек, а Идвин подготовилась к осаде. Сначала нас изрешетят ее спрингалды, потом обварит кипящее масло. Пусть воины будут наготове. Я проберусь внутрь и попробую что-нибудь сделать. Разрази меня гром, а ты не промах. А ты промах. Или нет? Так, нам туда. Ну, пойдем, пойдем. Вон он, этот замок, или что? Так, колокола. Найдите и выведите из строя укрепление замка. Ай-яй-яй. Давай, Эва, блядь. Ну ты еле двигаешься, а? Что тут? Мало-помалу. Все там, ни хрена себе там сколько задач у меня. Я в такое не вписывался, Где чепуханы, а? Идвин будет стоять насмерть. Да-да-да. Да еб твою мать. Нет тут никого. Чё ты гонишь? Кузбасла, как его, блядь, бесшумно всечь? Можно как-то, нет? Эй, постой! Есть контакт. А этого что? Не? Есть. Работаем неплохо. Он что за стеной? А ты тоже? Давай, давай. Есть. Ты чё? Да ёб твою мать, на. Угоманивайся. А как тут можно несколькими стрелами, а? Бать, это что было? Все. Ну, охренеть там народа, конечно, капец. Съесть, что съесть? Чем она мне поможет? Как хорошо. И кто меня палит? Я что-то не могу понять. Неизвестно, а вот кто-то идет сюда.
Есть. Этот пойдет. Сливая. Тормози, тормози. И чё? Блядь, сколько тут народа, а? Ты посмотри. Залезет наверх. Ну, подымайся, чё ты? Есть. Что ж, за дело. Есть. Есть. Бать, тут народа немерено, а? Есть. Три штучки. А там чё? Хрен пойми чё. А, мы можем вот так отправить. Она загорится, не? Хер майор. Спалили, да? Ну ладно, блядь. Уебало там что-то. Их так всех переклепают тут, да? Ёбаный ты пирожок. Сука. Где ты, плексиглаз? Ну, прыгать будешь? Кто там? Тут у меня... Иди поиляш лучше, а? Так лучше будет для тебя. Ну а чё ты, блядь, не попадаешь? Я что-то не могу понять. А? Ля, не работает. Ну, хуй с ним. Да тихо вы тут, блядь. Забил добычу. Ау. Кто сказал? Бля, чё нажалось-то? Стой. Стою. Там ещё что-то лежит, да? Есть? Это чё? Хавка? Охренеть. Что я должен? Это стрелометы. Выведу их из строя. Ну. Кто там? Что там? Кто меня спалил? Вот этот петушара.
Еще два штуки. Долго ты думаешь, братик, а? Не гони. Можно испортить котлы. Ты там чё стоишь, блядь? Там чё, тоже тип какой-то, да? Прототип. Что-то тут есть. Я горю. Holy shit. Есть контакт. Ну полезли, что ты не лезешь, дядь? Давай. Бля, сколько тут народа, И что у нас тут? Нихера не выйдет что-то. Окей. Не видят меня или они тупые такие, а? Станут, блядь, и стоят, идиоты. Ты здесь, да? Кто-то поляс, что-то отдохни. Так, здесь что-то есть, да? Наверху там стопудово. Так. Понял. Сначала надо всечь. Потом залезть. Снизу показалось, что там открыто. Ну, блядь, ну что ты творишь, а? Ярик. Где? Загадки эти. Что мне дали? Железо. Ну, тоже неплохо. Да чё ж такое? Чё оно, блядь, не работает? Сенсей, всё. Шо ты опять пришёл? Потупить тут, блядь. Да на, шо тебе можно сказать? Ну и чё не работает-то? А, вот так это работает. Понял, понял. Нет! Так, что мне нужно? Ага. Боже мой, да тут огонь! Ну, иди сюда. Да, иди сюда.
Сейчас я тебе, блядь, в кустах тут. Ни следа. А это, по-твоему, что? Место. Постой. Сбивай эту тварь. Встреть свою судьбу. Все, да? Еще многое нужно сделать, но уже можно идти на приступ. Гедрику пора вести их бой. Ну вот еще. Что там, что там? Встал, смотрит, что-то втыкает тут. Да не гоните, парни, не надо. Не надо, не надо. Ну что вы, блядь? Ты лезешь, нет? Нахрен я сюда лезу, мне надо гидайку сходить. Ага. А сэнзэ. Да все, угомонитесь. Короче, блять. Где заход туда? Непонятно. О, что-то есть, да? Ну, хоть что-то, уже ничего. Тут ничего нет в этой башне. Башни нет, ладно. Будем искать потом, пойдем. Ни хрена себе, это мне столько надо преодолеть. Опять назад. Сыбаться надо, пацаны. Ну, лезь наверх. Да лезь ты, ну, блядь, чё ты? На туре гонишь, что ты? Текаем. Потом, короче, придем, заберем, я думаю. Блять, они вообще не видят, им похуй. А не, о, блять. Ты заплатишь. Вместе. Ну что, все вместе? Умри, умри. Все, мне некогда с вами хуйней заниматься. Я съебываю. Ну сейчас посмотрим, что там Гида к нам скажет. Ты перебил, блядь, пол района. Что там показывает? Погнали. Где вы тут зашухарились? Заброшенное святилище. Мы подождем. Риск слишком велик. Сигурд, ну, лорд восточной версии. И мы пойдем в бой. Ну да, ну да. Все готово. Да. Уже украсил оружие Орешника и сложил стихи о победе. Я пришел к Гедрику. Так ступай. Твой хозяин ждет. Все мечтаешь о своем камне?
Меня ведут не мечты, Эйвор, а видение, пророчество богов. Правда? Сегодня я принесу жертву Тюру справедливому. Сегодня. Предвестнику победы. Так что за пророчество? Что за пророчество? Мы готовы идти на приступ, Эйвор? Знаки сулят нам победу. Конечно. Сначала ладно. Нужно лишить Идвин подкрепления и припасов. Мы Нахрена. Будем ждать. Чего, блядь? Эйвор, не пора ли нам идти на приступ замка? Пора. Да, вот. Отдавай приказ. Хорошо. Времени у нас мало. Мне сообщили, что люди короля Альфреда скоро будут здесь. Покончим с этой змеей, прежде чем она успеет нанести удар. Кто это еще? Друид? Ну что? Сидим, кого ждем? Я там уже, блядь, пол этого замка зачистил. Вы тут, блядь, тупите. Ну, другое дело. Чингис, стреляйте по целям. Где, чего, куда? Непонятно, да? Это что такое, блядь? Я не вижу, блядь. Сейчас все будет. Парни, я пока тут, блядь, прицелюсь. Оба. Что там, блядь? Черт. Что тут, блядь? Поднимите решетку. Таким образом, блядь. Куда они льют? О, прям на меня, что ли? Ни хрена себе, блядь. Ну что ты не лезешь, а? Что тут делать? Ох, все загорелось. Ё-моё. Ну а что мне надо? Открыть там, внизу. Оба. Блять, ни хрена. Там открывается, да? Понял. Умрёшь быстро. Смотри и учись. Тут нет ни хрена. Это полох, блядь. Тут нет ни хренашечка. Тоже такая локация. А вот что тут есть. Опять записки. Блин, карта как у нас. Нихуя себе, блядь. Охуеть.
Это заебал, блядь. Пес. Так, тут что-то есть, да? А ключа у меня нет. Есть. Тут надо. Как орехи отлетают. Надо. Эдвин, в этот раз тебе не уйти. Глупый дар. Я отправлю тебя прямо в Вальгаллу. Ого. Тебе горе. Все, что ли? Ну охренеть, а. И чё теперь? Что ты тут, делай, блядь, тяпкаешь? Я все за тебя кучи. Сделал, блядь. Я предана своим людям и знаю, ты кому ты... из нас благоволит Бог. Эйвор одолел тебя. Ему и решать твою судьбу. Ну и чё? Ну изгнание, пусть ее. Живет. Оденем в тряпье и отправим в пустоши, в изгнание. Ты изгнана из Мерсии. У тебя больше нет семьи и титула. Друзья тебя не утешат. Скитаясь по дорогам, я буду мечтать о том, как вырву ваши вонючие глотки. Увести ее! Что ты такая злая, а? Теть. Газует что-то на нас. Я сдержал слово. Надеюсь, и ты свое тоже сдержишь. Ты согласен заключить союз? Да, ты здорово нам помог, спасибо. Будет нужно, обращайся. Мы вернем долг. Обращусь. А как же? Им следует поторопиться. Король Альфред и его воины вот-вот появятся. Знаешь, сейчас пробуют все без разбора. Вернитесь к Сигурду по Симу. Где мой этот? Супер прайс. Письмо лазутчика. Вот 710, блядь. Где эти, блядь, патрики херовы мои? Показывает сюда. Неужели наверх, а? Закрыто. А, эти все ищут, блядь, свой камень. Да? Ты видишь? Это все символы древних. Ису, богов, рожденных богами. Я где-то их уже видел. Слова мне знакомы. Mm-hmm. Я, блядь. Хуй ты мне якаешь тут? На пороге неизвестности... Следует быть осторожнее, ибо кто знает, что за враг притаился там, впереди. Один раз я уже вошел в эти врата. С Сигурдом. В видении. Не один. Тысячу раз. Тысячу. 2000. 3000 раз. Что там сказано, Сигурд? Ты понимаешь? Да. Ты выкупаешь? Или не выкупаешь? Все как в тумане. Но
Я понимаю смысл. И вижу ясень. Вижу мировое древо. Ветви ну теряются. Ясень. В вышине. За ними путь. Все так, как ты говорил, Басим. Как ты и предсказывал. Эйвор. И что дальше? Я не тот, кем могу казаться. Я другой. Это все злые чары, Сигурд. Это Сейд. Не слушай. Нет. Это правда. Это и есть истина. На стены! На стены! Альфред здесь! Король Уэссекса! И с ним огромное войско! Мы успеем уйти. Люди устали. У нас нет ни единого шанса. Переговоры. Просим переговоров. Я буду говорить. А король Уэссекса слушать. Нихрена себе ты какой дерзкий, а? Как я понял, король Альфред, здесь в Мерсии о тебе редко отзываются лестно. Но Уэссекс достаточно близко, чтобы слышать хвалы с рассвета до заката. Так возвращайся к своим подданным и предоставь дела Мерсии решать данам. Я не уйду, пока здесь слышен ваш языческий вой. Предложи ему обмен. Прошу. Никаких секретов. Покончим с этим, милорд. Предлагаю обмен. Мой лучший воин взамен твоего в знак мира. И ты уйдешь из Мерсии, а мы отступим на север, за реку Ус. Справедливо. Вулфрик. Мой боевой тен. Ты пойдешь с Гедриком, брат. А из твоих? Чего? Я готов пойти. Спасибо, Васим. Альфред! Стой! Паладин Фулке. Разве ты с этими людьми? Была, государь. Чтобы забрать у Идвин то, что мое по праву. Тебе нужен только Сигурд, король. Он один стоит 20 других. Он и сам сын короля. Ты гнусная змея! И он погряз в ереси. Это чудовищно, государь. Утверждает, что он живой бог. Я вспорю тебе брюхо, тихо! Тварь! Я вверяюсь тебе, король Альфред. Ибо мне не суждено пасть от твоей руки. Брат! Поверь, Господь Бог осеняет всех вас. Он опасен, государь. Поручи его мне. Делай, что должно, но не вреди ему. Во имя богов, Басим, что теперь? Я пойду следом, им от меня не уйти. А мне что делать? Ну, что дальше? Чингис. Камень-сак. Задание выполнено. Дальше. Уф. Это я куда мчу? Ага, вот. Куда-то нас шлет. А куда? Поговорите с Рандви. Так, где у нас Рандви? Чё это такое? Да, мало-помалу. До сих пор, шо? Ну я же уже всё вроде победил.
Ой. Ну, перемещение. Дайте. Давай поговорим. Братишку куда-то утянули, блядь. Чё так долго грузится? Ё-моё. Тут грузит, грузит мне, блядь. Эй, пес. Пойдем поговорим. Чё она нам скажет? Что область захвачена? Привет. Рандви, дела в Оксенфордшире сделаны, но цена была высокой. Я так и поняла, когда пришло письмо. Тебе его прислала некая Фулке. Фулке? Это ведьма? Оно там, на столе. Где? А. Брат Волкан. Понятно. Фулке из Ордена Древних. Того же, в котором был Кьотви. Того, который Басим с Хайсомом поклялись уничтожить. Эйвор, что-то случилось? Сигурда взяли в плен. Король Альфред отдал его женщине по имени Фулке. Очень-очень опасной женщине. Чего она хочет? Не буду пересказывать бредни Фулке, но знай. Сигурд рискнул собой ради союза с Теном по имени Гедрик. Гедрик — человек честный и придет на мой зов. А пока что Басим найдет Фулке. Не пропусти его послание. Ну-ну. Так, ладненько. На этом мы и тормознем, ребят. Давайте. До скорых встреч.